Всем здравствуйте, всем добрый день. Я председатель жюри из Казахстана Кушикбаева Лязат. Мне было предоставлено очень много работы, которые я оценила, и мне было очень сложно, потому что картины очень шикарные, очень красивые, очень заложенные в внутренний мир каждого художника, взгляды на мир, внутреннюю печаль, грусть. Все было передано через картину. Это очень-очень красивые работы. Плюс к этому очень затронула меня украинская тема, очень глубокий смысл, грусть, печаль, вот эта внутренняя грусть была передана через картину. Я хочу пожелать всем мира и добра. Сейчас я оглашу результаты тех участников, которые я оценила по 10 баллов. Поэтому, если я кого-то не так назову, прошу прощения. Поехали. Так, Аймжан Ашимова, 10 баллов, из Казахстана, из Каменногорска. Ахсунгар, Ашар и Адан. Мила Попрушна, предоставлено 3 работы из Киева. Одна работа была оценена 10 баллов. Саша Кушановский, Испания, Волк, оценила 10 баллов. Евгения Бондаренко, тоже было предоставлено 3 работы. Одну оценила Гульзам Баекешева. Одна работа в Sea Power была оценена 10 баллов. Ирен Инглезой, террор, очень глубокий смысл, прям через картину можно понять грусть в глазах. Лана Шейкина, Love, оценила 10 баллов. Марк Никифоров, портрет сестры, очень грамотно предоставленная работа. Регина Ткаченко, White Night, очень красивая картина, блеск ночи. Свет, яркость, вот это все прям видно. 2 работы было предоставлено, одну я оценила 10 баллов. София Базл, была 2 картины. Одна из них — Ван Гога, «Звездная ночь». Очень хорошая копия. Жанель Мендулла из Казахстана, было предоставлено 3 работы. 2 работы я оценила 10 баллов. Мохаммед Утимасула и Жбек Хазжбек. Очень грамотные. Грамотные портреты, кисти рук, даже поэтапность создания картины было на видео. Очень красивая картина, очень грамотная, очень профессиональная. Мария Габелко, The Teacher Gift, тоже натюрморт, тоже очень грамотно нарисована. Яна Круловская из Киева, девушка с чайником. Мне нравится, когда рисуют портреты, не только портрет, да, еще плюс добавляет туда какие-то детали, чайники, например, как его держат пальцами, ручками, да, вот это все нужно будет передать просто реально. Это очень сложно, я по себе поэтому знаю, это как очень красивая картина для меня считается. Асель Мунайдар, Екатерина Дубровина, Коробкин Денис, всех я оценила по 10 баллов. Идем дальше. Маргарет Каспер оценила 10 баллов. Надия Дикет, «Слезы сильной», очень такая грустная работа. Натали Дьюс Универс, очень, так, она предоставила 11 работ, из них я оценила 2 работы по 10 баллов. Мексиканская «Салма Хейк» и «Намасте». Почему? Потому что, знаете, просто написать портрет — это одно, а через портрет показать внутренний мир, блеск в глазах, плюс еще красоту, внутреннюю красоту передать — это уже профессионализм, я так считаю. Наталья Антошчук, «Лимоны», там очень живые лимоны, просто сочные. Максимук Елена, Александра Самарцева, Полина Василенко из Казахстана, портрет Майло, это портрет своего питомца, очень красиво нарисовали. Юлия Мукайлюк, «Попис», Юлия Скрипал, «Росквинта знову», картина называется. Людмила Шевченко, Алиса Савицева. Было предоставлено 3 картины. Вот эти все художники, которые я озвучила последними, они написали картины на украинскую тему. Это очень глубокий смысл, очень трогательно, очень грустные картины. На самом деле они хотят передать внутреннюю грусть, внутреннюю печаль и ихнюю жизнь.
Алия Дюсеева, автопортрет из Казахстана, Анна Кусакова, было предоставлено три работы. Я три работы оценила по 10 баллов. Очень пространственная картина. Картины. Там идет очень детализация, очень прозрачность, очень глубокий смысл. И реальность прям картины чувствуется. Кэтрин Беспалюк, Молдова, Гухар Папекан, Ирина Джамашивили. Две картины были оценены по 10 баллов. Лилия Бабиненко, тоже две картины предоставлены. Зимний сон, очень тоже прозрачность, ясное небо, прям очень чувствуется. Татьяна Пэт, две картины тоже оба были оценены по 10 баллов. Татьяна Каскинен и Валера Василенко. Всех победителей поздравляю, это ваша реальная победа. А кто не набрал нужное количество баллов, не огорчайтесь, ваши работы тоже очень суперские просто. Если честно, мне было очень сложно оценивать, выставлять баллы, это оказывается очень сложная работа. Поэтому не теряйте внутренний мир, не теряйте вдохновение, творите и делайте красоту просто. Всем удачи!